Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Улуха. Девятый день, 275 зубочисток Одина я забрал. Окей. Так, ну что, как я и обещал, сегодня будем допроходить события. Я надеюсь, у нас все получится. Беззубик. В плане, я тебя что, не отправил в прошлый раз никуда? Ай, простофилия дурачина. Забыл, видимо. Ну что же, лети в бухту Драконьего Края тогда уж, ну... Что поделаешь? Забыл отправить я его, оказывается, понимаешь? Так, водоресты у нас 35 миллионов древесины приносят, это хорошо. Так. Этот пока у нас подождет, ветрокрыл. Потому что я его 100% буду опять отправлять за железом. Потому что мне нужно очень много железа. Так, обмен, обмен. И обмен. В первый раз вижу, что можно было, ребята, все приобрести за ресурсы, а не за жетоны. Ну-ка, посмотрим. Злобный змеевик. Да, конечно. Но это не злобный змеевик, это типа сородич капкана. Я бы так его назвал. Сколько? 21 миллион рыбы. Ну, мало, мало, ребят. Это вообще-то крохи. Опа, домик-то у нас улучшился, вот таким вот он у нас красивым стал. 225 викингов в нем уже умещается. Я офигею, ребят. Три домика вот они стоят у нас к ряду. И три домика этих мы должны с собой улучшить. Каждый домик на улучшение стоит 1000 железа. 1000. Ну, делай выводы, сколько нам придется тут работать над этим всем. Да, очень долго. Очень-очень-очень-очень долго. Ну, ничего я с этим не поделаю. Ну, в конце концов, ты-то будешь у нас? Да ладно. Почему он такой тугой, а? Почему он не хочет? Я не понимаю, почему он сопротивляется? Причем сколько времени он уже сопротивляется? Ты посмотри, а? Иди, тренируйся. Так, здесь у нас модификрылка. Ну, мы ее за рыбой, естественно, сразу отправляем. Ну, что ты мне тут принесешь? Угу, три железа. И выпадет нам либо три железа, либо тусклый янтарь. Так вы хотите разыграть эту партийку? Ну, естественно. Само собой. Само собой. Тусклый янтарь. Мы на большее с тобой не заслужили. Ладно. Сделать я с этим ничего не могу. Так, давай глянем, что у нас тут. Бесплатно. Ну, монеты Один, это понятно. И крылатый ужас, кривет, громобой. Мало-мало в последнее время нам дают драконов. Вот что я, ребята, заметил. Очень мало. Так, треска плюс тусклый янтарь. Здесь что-то нам дашь. Листок, опять же, плюс тусклый янтарь. И последний, где там он у нас? Вот он. Флажок какой-то. Флажок. Флажок. И вроде бы все, остальные у нас все при работе, да? Ну давай этих еще посмотрим. Что там выдашь? Заколка. Ну, тут, скорее всего, тусклый янтарь. Заколку уж 100% они мне не дадут. Руну. 12 штук рун. Ну, в принципе, ребят. 10 рун у меня в плюсе осталось. Здесь, наверное... Ага, руны. Давай дальше его отправим. Пускай он там напугает смутьяна. Я не знаю, как он его будет там пугать. А здесь что? Ну, здесь, наверное, тоже либо тусклый янтарь, либо руны. 10 рун. Так, кривоклык. Лети там в пограничную пещеру. А здесь две шестеренки. Ну, и, в принципе, понятно все. Там подмога. Полетела. Тусклый янтарь. Забираем. Но больше интересно... Больше у нас нет, пока не хватает.
нам на прокачку. Забираем. Последний пак у нас здесь, да? Последний. Костолом, шторморез, ужасное чудовище, водорез. Сезонный абонемент. Забираем здесь награды. Кстати, у нас там событие какое-то сделалось. Ух ты, ух ты. Две награды. И это у нас ареновский пак на элитках. Ну, неплохо. Неплохо дали, кстати. И 250 зубочисток Одина. Итого у нас 3570. А по наградам... Так, 3570, да? Горн. Не накоплю я на Егорна. Я не успею. Серная ваниноска. Ваниноска. Сонный ворчун. Снежный громль. Горы золота. Льдышкинги. Такое себе. А паков нету, да, ребята? Нет, есть, вот 750. А что пак содержит? Небоклич, Громгильда Новолуния, Хрусталь Хруст, Хладомор. У меня, по-моему, у меня только вот Ветроход, по-моему, есть. Ух ты, прикольные застывшие фурии. Ну, шанс 3.50. Да, такой шанс маленький. Вот этот Небоклич вообще, ребята, 0.44%. Да. А сколько у нас еще будет? 10 дней? Не, ребят, за 10 дней я 8 тысяч не наберу. Я можно смело, в принципе, уже тратить. А вот это что тут такое? А, вот это не то. Это за денежку. Ну что, пойдем события допроходить. Я всех отправил? Или, по-моему, у нас что-то осталось еще? Еще осталось. Эти пока стоят, пускай стоят дальше. Не хватает у меня древесины. Что у нас тут за награда? 350 зубочисток Одина. Такие себе наградки, если честно, ну как по мне. Не особо актуальные. Так, два кревета. Ну поехали. Начнем потихонечку разбирать. Вот влупил-то, а. Хорош. Две волны, да? Он понижает... Ага, он понижает, значит, атаки нам. Вот что он делает. Ну и до свидания, наверное, да? Сказать ему можно. Вторая волна. Давай, наверное, сюда бомбить пока. Плюс на отхил. Сейчас они тут втроем сходят. Блин, вот это, наверное, сейчас что-нибудь плохенькое сделает. А, нет, ничего, ничего. Тройной удар просто потерял, потратил уже энергию, поэтому все нормально. Раз, два. Через отхил. Это ерунда. Это было неприятно. Ох. Вдребезги. Да что ты, ну серьезно, ну даже не смог добить его. Погнали. И добиваем. Так, выпадает рыба нам. Ну что же, рыба — это хорошо. Раз, два. Ну да, нам должно хватить. Так, здесь два громобоя. Но здесь они стражи. Не очень, конечно, я люблю стражей. Они очень долго разбираются, друзья. Очень долго. Даже с этой пониженной защитой. Все равно они крепкие. Добьешь?
Красавчик. Красавчик ты просто. Давай вот этого теперь. Хрум. Раз, два. Хильнемся. Ну чего ты там своим жалом, так сказать, водишь, рыщешь. Добьем давай, наверное, его. Так, чудовище. Змеевик. Так, змеевика, наверное, нам надо будет ликвидировать по-быренькому. Это еще своими фаерболами. Фу-фу-фу-фу-фу. Да, пойдем ужасное чудовище бомбить, потому что, как бы тебе объяснить, громобой не так страшно. Вот этот своими фаерболами, да, он может причинить тут много, как говорится, нам боли и страданий. Давай просто укусим. Поехали. Ну что ты там? Промахнулся, так и надо. Лучше ты промахивайся почаще. И мне спокойнее, как говорится. И дракончикам будет хорошо. Загадочный пак выпал. Угу. Это приятно, что загадочный пак. Так, забираем ареновский. Шторморез, кревет, шепот смерти, душитель, костолом, защитник и ветрокрыл. Хорошо, ветрокрыл, кстати, очень, ребята, редко выпадает. Вообще, я даже сейчас удивлен, что он вообще выпал нам. 300 лет не видел его. Но чемпионы, да, они очень, ребята, редко выпадают. И кто-то спрашивал: Рэй, а как ты получил там того-то или того-то? Друзья, вот так вот фармить. Тут или фармить, или тебе, может быть, случайно там с офигенным шансом выпадет из пака какой-то дракон. Вот и все. Других тут случаев нету. Да и быть не может. Я думал, что он сейчас запечатает кого-то. Но нет, он этого не стал делать. А вот этот, возможно, сделает. Этот, ребята, не поленился. Давай обратно перекачивать. Блин, я думал, что мы его уже уничтожили. Он не шиша, он там еще по-прежнему песни поет на задворках. Ну, понятно, почему он его заблокировал. Ясно же, что боится, что мы захиляемся. Ух, ёпарасете. Серьезная заявка, ребята. Сейчас попробуем. Сейчас кого-то будут глушить. Вот этот, наверное, да, сейчас с разбега в кого? Понятно. Моего штормореза. Так, этого ликвидировали. Сейчас этот опять, да, наверное, на глушняк возьмет. Барсика. На этот раз они решили над барсиком поиздеваться. Ну а что, ребят, ну вот что я могу сделать? Ну вот, хорошо, что хотя бы мы барсика захиляли. То есть он как бы выжил. И барсик отомстить-то им не может, потому что у него не хватает мощей пробить. Ну вот он и один остался. А одному, как ты знаешь, мы с тобой сейчас быстренько тут наваляем. В три сек просто нашпингуем. Угу. Но чем порадуешь? Древесинкой? Древесинкой. Блин, все равно мало древесины дают нам. Не получится у меня отправить тогда нашего ветрокрыла на поиски железа. Там, по-моему, если не ошибаюсь, нужно 350. Но мы можем вроде бы пак купить с древесиной. В принципе, как вариант. Так, ну что, поехали. По тихой грусти начнем разборки. Так, кривоклык уничтожает громорога. Блин, а это плохо. Вот плохо, что он, кстати, ребят, сейчас усилился. Это может быть чревато тем, что у него там еще массовая атака сейчас накопит. Сейчас звездонет, наверное, да?
Нет, это еще по-божески, терпимо. Давай хиляться. И сейчас кого-то будет он с разбега глушить. 100% тебе говорю. Вот только кто это будет? Барсик? Или Кривоклык? Это вообще был Ветрокрыл. Он попал под раздачу. Йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Блин, ребят, что-то надо делать. Так. Слушай, ну он ватник. Посмотри. Я думал, он будет... Я думал, он будет намного серьезнее, но... Вата он. Мы его сейчас расчехлим. Поехали. Раз, два. Опа. И нету его. Здесь вообще, ребят, без проблем. Ладно, ликвидируем его. По-моему, Барсик, конечно, погибнет. Но это не точно. Это не точно. Так, усанули. Что он там сейчас делает? Да ничего не сделает. Раз, два. И до свидания. Все, ребят, победа. Так, нам выпала здесь рыба. И забираем 350 зубочисток Одина. Забрать, забрать. Вот и все. Вот, друзья мои, и все. Так, забираем с тобой загадочный пак, который нам выпал. Так, что тут у нас? Громобой, древоруб, экзотический шепот смерти. И немножко ресурсов. Так, и я хотел еще купить. Да, вот это вот. Пожадничали, да? Пожадничали вы древесинку мне. Как будто я не видел, что вы пожадничали. Так, и тогда рыбу возьмем сразу же заодно. Так, рыба и... Да твою налево. Сотку он стоит, да? Этот пак стоит сотку. Ну что? Лети, родной. Ой, подожди, подожди, вернись. Вот так вот. Все, он полетел. Так, рыба, 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 рыба. Подожди, кто у нас еще-то? Вот ты. Не прокатит. А кто у нас за... Возвращайся. Пускай летит. Сотка и сотка. Это будет 200. 553. Получим из твоего железа. Все равно этого мало. Все равно этого мало. Ну, я ничего другого сделать не могу. Ребят, ну сколько есть, столько есть. Святилище Валки занято. Даже не можем чувачка в титаны перевести. Ну что, дорогие друзья, событий у нас больше не осталось. Мы все прошли их. Так что будем закругляться и, как говорится, ждать новых. Не забывайте мне об этом писать в комментариях, чтобы я вовремя успевал начинать их проходить. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.